Несколько лет назад я расследовал одну серию. И, как мне показалось, нашел настоящего убийцу. Но я ошибался. Черт. Тот же самый почерк. Это серийный убийца, который везде оставляет свои метки. Вы когда-нибудь такое видели? Это символ, печать Чернобога. У него своя мифология. С его точки зрения он должен убивать. У него нет другого выхода. Совпадений не бывает. И это не совпадение. Подобного варварства не может быть и не должно быть. Ленинграде колыбели революции. Это сама тьма, капитан. Ты боишься темноты, потому что там живут чудовища, да? Чудовищ не существует, сынок. Но ведь тогда ты пытался убить чудовищ. Я тебя насквозь вижу. Андрей Фролов. Ну мы так вечно можем за призраками гоняться. Сергей Яценюк. Давайте изловим эту тварь. Юрий Кузнецов. Предстоит кропотливая работа. Люди важно знать, что на улицах Ленинграда безопасно. Антон Хабаров. Все эти убитые – это не жертвы, а приманки, чтобы привести меня сюда. Страх над Невой. Страх перед темнотой – это самый древний и самый естественный человеческий страх. У нас под носом расцветает новый и опасный культ. И он будет действовать еще более жестоко и еще более уверенно.